В 2028 году планируется начать строительство Кольской АЭС-2. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока должен пройти в 2034 году. Срок эксплуатации энергоблока в первой очереди Кольской АЭС заканчивается в 2033 и 2034 годах. Решение о возведении к АЭС-2 было принято в конце 20 века, но так и не реализовалось. Предполагается, что она будет состоять из двух блоков с мощностью каждого в 600 мегаватт, со спектральным регулированием и высокими показателями безопасности. Сейчас проект находится на этапе подготовки к разработке. Напомним, что Кольская АЭС – первая атомная станция, построенная в суровых климатических условиях Заполярья. Сегодня она передает электроэнергию по 5 линиям электропередачи, обеспечивая энергоснабжение северной части Республики Карелия, а также более 50% потребителей Кольского полуострова.